кстати, сегодня Кузбасс готовится к открытию первого международного «Сверкающие грани театра». Подробнее поговорим с директором Ольгой Карасевой. Она присоединяется к нам в студии. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Почему именно в нашем регионе дебют? Ну, наш регион постепенно становится не только столицей угольного края, но и культурной столицей. Посмотрите, сколько интересных мероприятий, связанных именно с культурой, проходит у нас. Это фестивали, конкурсы, приезды знаменитостей, выступления наших артистов на достойных сценических площадках. И поэтому было принято решение губернатором, что с 10 сентября по 30 октября именно в Кузбассе пройдет первый международный фестиваль «Форум «Сверкающие грани театра». Какие гости будут в фестивале? Кто примет участие? Слышали, что приедут даже гости из Горловки. У нас будут гости, которые будут не только показывать свои спектакли нашим зрителям кузбасским, но и гости, которые будут активно участвовать из практически 14 стран, гости, которые будут активно участвовать в различных программах, связанных именно с фестивальной деятельностью. Это будут критики, это будут консультанты, это будут люди, которые показывают и проведут различные мастер-классы уже для наших артистов и для наших участников. Насколько грандиозным будет открытие фестиваля? Фестивальное открытие – это всегда удивительное событие. Оно пойдет в новом ледовом комплексе, который уже стал привычной площадкой для кузбассовцев для проведения вот таких масштабных форумов. И это открытие пройдет 10 сентября, куда мы всех приглашаем. Что увидят зрители? Зрители на фестивале увидят обширную программу, которая состоит практически из 400 мероприятий. И эти мероприятия включают в себя не только показ спектаклей. Это и различные программы, которые приготовил Союз театральных деятелей, и они связаны с интерактивом. Они связаны с тем, что зрители могут принять непосредственное участие в мастер-классах, в прямых просмотрах, которые будут организованы онлайн, встречи с любимыми артистами и беседы с любимыми артистами, экскурсии по различным театральным площадкам. Какие жанры и направления именно театрального искусства будут представлены? Практически все. Конечно, это музыкальное искусство, потому что музыкальный театр Кузбасса активно принимает участие в этом фестивале. Это и драматические жанры. Удивительно, что в этом фестивале примут участие не только профессиональные театры, но и театры школьные. Театры студенческие, а также будет отдельная площадка для показа инклюзивных спектаклей. Ольга.